Всем привет! Хочу вам рассказать про такую новинку от компании Atomy, как консилер. Не все знают, что в Atomy есть консилеры, потому что появились они относительно недавно. И я, наверное, как и многие девушки, да, пользуются консилерами для того, чтобы скрыть какие-то несовершенство на коже, прыщики, пигментацию, веснушки, темные круги, капилляры на лице. Поэтому я пользуюсь консилерами. И недавно я решила испробовать и заказать себе консилер от компании Atomy. У меня это 21 оттенок, есть еще 23, чуть потемнее. Сказать, что я довольна, это ничего не сказать, потому что я пробовала разные марки консилеров, и бюджетные, и дорогие. Не все мне подходили, потому что какие-то сушат кожу, какие-то сильно плотные, какие-то сильно жидкие. И вот один из консилеров, который, вот у меня, видите, такая потертая уже баночка, один из консилеров, которые мне подходили, это, скажем так, бюджетный вариант Art Visage. Он недорогой, но он мне нравился больше всех, потому что он не сушит кожу. Он достаточно плотный и при этом не выглядит, да, там маской, то есть его не видно абсолютно на лице. Вот такой вот консилер у меня был. Как только он закончился, я решила все-таки заказать консилер компании Atomy. Сразу не рассказывала про него, я его тестировала где-то, наверное, дня 3-4, я уже им пользуюсь. Поэтому хочу сказать свой отзыв, что это лучший консилер, который я пробовала. Во-первых, он не сильно плотный и не сильно жидкий. И вот я уже показала, да, как он наносится. То есть ставим какую-то точку. И вот так вот пальчиком растушевываем. То есть вот видно, да, допустим, родинку какую-то я закрываю, и все, абсолютно не видно родинку, не видно консилер сам на руке. В общем, классная штука, кто еще не пробовал, рекомендую попробовать. Кожу не сушит, в течение дня никак нигде не скатывается, не выглядит, да, там, то есть не видно, да, что у вас там что-то где-то замазано. То есть абсолютно с тоном я угадала, у меня, еще раз повторюсь, 21 тон, есть еще 23, чуть потемнее. Не пересушивает кожу, что немаловажно, потому что когда мы, допустим, маскируем темные круги под глазами, то очень важно не пересушить кожу вокруг глаз, потому что она очень нежная, очень тонкая, поэтому вот этот консилер – это просто находка. На корейском сайте он есть, заказывайте, вы останетесь довольны, я вас уверяю.